Дорогие друзья, приветствую. Видео покупка на 1000 рублей. Вот смотрите, в кои-то веки 1044. Так, поехали. Что можно купить на 1000 рублей в июле 2016 года? Так, началась. Давайте начну с мороженого. Что, здесь два всего мороженого, да? Я съела. А, ага, хорошо. Так, мороженое «Мальчик стаканчик» 37,60. Мороженое «Лидер вкуса» с вареной сгущенкой 18,80. А, мороженое «Мальчик стаканчик» два штуки. Это значит... Папа. «Лидер вкуса». Положи, а то правда тает. Так, вот с него начали, да? Так, дальше что? Колбаса вареная высший сорт говяжья, 500 граммов, по 284 рубля, 145,98. Где она? Это вареники. Так, вот колбаса. Говяжья, видите, такой неплохой батончик. Так, дальше. Пакет «Майка Абсолют» 40-60. Огромный пакет еще. Видите? Так. Молоко «День». Жирность 2,5. 3 штуки по 42,75. Так, дальше. Батон «Городской» 400 граммов. Собственного производства 23 рубля. Сосиски сливочные, высший сорт, БМП это наш местный производитель, 1180 граммов, тяжеленно, 297 рублей килограмм на 350,46. Пряник абсолютно для всех. А что ты, пряник не вижу. Пряник. Пряники. А, так, упаковка 21 рубль. Здесь в упаковке граммов 300, по-моему. Оригинальная называется. Так, пошли дальше. А, вареники с картофелем и луком. Две пачки. Вот они. Так, почем пачка вареников? По 38,99. Две пачки 77,98. Сыр костромской 250 граммов. По 248 рублей 62,22. Сырок творожный с изюмом. О, сейчас перед сырочек. Что-то сырок, скажем, сдутый какой-то. Так, сырочков у нас одна пачка. Вот он, сырочек. Вот этот. Ой, мамочка, как мне холодно, не прислоняй ко мне. Так, 35,80. Кефир 2,5 жирность. Это пол-литра. Кефир у нас стоит... 35,10. Йогурт фруктовый. Вот он. Господи, на рано разобьешь. 48,80. Так, про мороженое я вам сказала. И еще купили печенье слоеное, ушки. Слоеные хрустики с сахаром. Эта упаковка 55,60 весит. Итого 1044 рубля. Если вам был интересен и полезен этот обзор, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, следите за плейлистом покупки. В нем я делаю ежемесячный мониторинг цен в, Улан... ну, в том городе, где я живу сейчас, в Улан-Удэ. Так, всем здоровья, счастья, удачи, успехов. Пока.